Слова – это мощный инструмент, который может использоваться для формирования и продвижения определенных нарративов, и у этого явления есть свое название – пропаганда. Пропаганда – это сознательная и систематическая попытка формирования восприятия через манипулирование сознанием и поведением аудитории. Она направлена на достижение целей, действий и результатов, преследуемых пропагандистами. У пропаганды есть повестка. Это продвижение конкретной цели и идеологии определенной группы людей. Пропагандисты знают свою целевую аудиторию. Они тщательно выбирают, на кого будут направлены их сообщения. Пропагандисты прибегают к манипуляциям сообщений и посылов, создавая контент в наиболее запоминающейся и убедительной форме. Знание о пропаганде является важным инструментом для каждого человека в современном мире, переполненном информацией. Оставайтесь с нами, и мы научим отличать правдивую информацию от манипуляций и пропаганды.